Всем привет! Вы на канале Рисуем Просто. Вы очень давно просили меня снять подобное видео, и вот, наконец, я собрала для вас вот такую вот коллекцию пакетиков бумажных. Мы будем сегодня делать распаковку бумажных сюрпризов. Перед нами лежат вот такие красочные пакетики. Сегодня у нас будет 5 коллекций. Первая коллекция – это Makeup. Вот такие пакетики, они все одинаковые. Так, ну какую выберем? Думаю, тут без разницы. Ну, давайте с середины. Вот такой. Мы его откроем. Так, следующее. Берем сюда. Следующая коллекция – это пандочки. Посмотрите, вот такие пакетики. Вот такая. Вот пандочка с бантиком, сердечком. Это отвернулась, стоит, о чем-то задумалась. Это пандочка спит. Ну, какую мы с вами откроем сегодня? Давайте откроем сердечком вот эту. Так, эти мы откладываем. Следующая коллекция – это авокадо. Я думаю, вы все любите авокадо, так же, как и я. Вот такой авокадо. Косточка в виде сердечка. Это тоже сердечком. Косточка выпала из авокадо. Вот такой в очках. Это, наверное, балерина. И вот такая симпатичная. Две вместе. Так, ну какой выберем? Давайте возьмем, наверное, вот такого загадочного в очках. Сегодня откроем. Так, эти уберем. Следующее — это коллекция Кот Пушин. Вот такие котики симпатичные с бантиком, звездочками. Этот котик спит. Здесь следы. И вот кушает попкорн. Так, давайте возьмем вот этот. Почему-то мне хочется его сегодня открыть. Так, убираем. И вот такие поварята. Коллекция фастфуд. Они разноцветные все. Выберем какой. Давайте красненький. Вот такой. Так. Клеивать стикеры мы будем вот в такой скетчбук. Посмотрите, какой он красивый. Мне он очень понравился сразу. Так, и наша коллекция. Фастфуд. Так, сейчас мы будем искать. Это панды. Мейкап. Так, вот вижу фастфуд. Так, это такой бокс для наклеек у нас будет. Вот такой симпатичный. Так, ну давайте приступим. Так, где у нас открывается? Вот сейчас. Так, и что нам попалось? Ух ты, вот такой милый арбузик. Посмотрите, под номером 1. Самая первая наклеечка. Так, открываем. И вклеиваем вот сюда. Вот его место. Ну что ж, с премьерой нас. Вот самое первое место у нас уже заклеено. Арбузик. Так, убираем. Следующий — это кот Пушин. Котики у нас вот на следующей страничке. Итак, открываем. Так, 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 где у нас тут будет открываться котик? Где-то уголочек вот. Чтобы не испортить картинку. Так, вот попался нам вот такой вот, такая наклеечка. Русалка, кот-русалка. Так, под номером 2. Значит, вот сюда мы будем его приклеивать. Вот, под номером 2 у нас располагается вот здесь этот наш котик. Следующий — авокадо. Так, авокадо у нас были вот здесь. Так, открываем авокадо. Так, где он открывается у нас? Вот. Открываем. И опа! Вот такой авокадик, кошечка. Под номером 4. Так, номер 4 у нас вот здесь.
Вот так. Немножко отсвечивает. Вот, под номером 4. Всего у нас их будет 5. Следующий это пандочка. Так, панда у нас первая самая была вот здесь. Открываем пандочку сердечком. И какой у нас здесь выпадает? Панда с мороженым. Как раз в тему. Сейчас такая стоит у нас жара. Лето. Так, под номером 5. Это вот серединки. Так, наклеиваем вот сюда. Вот так. Вот так. Следующий переходим. Это мейкап. Ищем мейкап. Здесь у нас вот такая косметичка. Посмотрите, она открывается. И вот сюда мы будем вклеивать наши наклеечки. Итак, переходим к пакетику. Так. Что нам сегодня попалось? О, это сережки. Посмотрите, какие сережки. Под номером 8. Номер 8. Плохо видно, где у нас номер 8. Это вот здесь. Номер 8. Клеиваем сюда. Вот. Вот на сегодня и подошла к концу наша распаковка бумажных сюрпризов. Пишите в комментариях, понравилось ли вам видео. Обязательно следите за следующими выпусками. Мы будем дальше продолжать распаковывать сюрпризы. Пишите в комментариях ваши идеи, на какую тему вы бы хотели видеть бумажные сюрпризы на моем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик, так вы не будете пропускать новинки на моем канале. Всем пока-пока!